Действовать надо четко, иначе портфель не доставим. Не сказать, что мы успели сработаться. Просто следуй за мной. Вот наша цель. Он ждет внутри периметра безопасности. Но нам надо взять его на его же тачке. Я ее поведу. На выезде Хавьер провернет один трюк с трафиком, а остальное я. Это моя игра. Сигнал даю я. Окей, ты дашь сигнал. Может, мы и сработаемся. Я знал, ты меня поймешь. У тебя еще эти банды. Это просто. То, что Чулос Каналас продержались так долго, впечатляет. Но теперь они разваливаются на куски. Добей их. Интересно. Однако они становятся все слабее. Избавь их от мучений. Sí. Sí. Tomamos medidas. Благодаря тебе, Лос Чулос будут держаться от меня подальше. Теперь у нас больше проблем с приезжими.
Румыны напали на мой автовоз. Убили водителя. Моего племянника. Я верну автовоз. И Филиппа тоже. И ты сможешь похоронить его. Да. Да. Румыны? Им я устрою похороны сам. Let's go.
начали давать румынам сдачи. Свалят из Барселоны, я не заплачу. Мило, я не могу понять, почему не затеял этого раньше. Другие банды от нас этого явно не ожидали. Продолжай. Надо найти тех, кто пристрелил Че. Лос Путас у меня за это кровью и зайдут. Ты должен закончить то, что он закончить не успел. Или кто-то это сделает вместо тебя. Бали-бали, ты прав. Че должен был получить товар. Солидная партия. Я прослежу. Я был молод. Лантос появлялись на наших улицах и доставали беженцев и эмигрантов. Теперь мы достанем Лантос. Будем вершить правосудие. Ну что, Мило, готов заняться азартными играми? Похоже, Паула его ямка больше не потребуется.